Евросоюз и Турция договорились сократить потоки мигрантов. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам внеочередной встречи лидеров 28 стран-членов ЕС, посвященной кризису с беженцами. Брюссель и Анкара согласовали основные принципы решения проблемы возвращения всех новых нелегальных мигрантов, прибывающих через Турцию в Грецию, ускорение плана визовой либерализации, ускорение выделения 3 миллиардов евро и дополнительного финансирования для помощи сирийским беженцам, подготовка к переговорам процессу по вступлению Турции в ЕС, возможность учреждения в Сирии более безопасных зон, а также переселение сирийских беженцев по принципу «один за одного». Работа по этим принципам будет идти до следующего планового саммита ЕС, который пройдет 17 марта в Брюсселе. В итоговом документе прошедшей встречи говорится, что Евросоюз до конца текущего месяца выделит Турции первую часть из обещанных 3 миллиардов евро.